Я, здравствуйте. Нацвело немножко красоты. Хотелось бы показать. Ну и как обычно начну справа налево. Здесь у меня цветет Гавайи Гэлакси на Вайнане Леопард. Вот такая вот красавица. Очень красивый сорт, очень удачный гибрид. Очень ароматная, красивая. Ну, в общем, цветет она каждый год по два раза в году. А дальше здесь цветет Крузейра де Сол. Это не дуриган, это просто гибрид названный. В переводе обозначает южный круиз. А второе цветение Катлея Балдвин. Цветок немножко кривоват. Ну вот, потому что у нас достаточно жарко. У нас 32 градуса сейчас. Даже 33. Влажность 36. В общем, очень жарко. Жемчужина коллекций многих, у кого она есть, это Хардиана Семиальба. Гибрид в данном случае Девиана Розите на Варшевиче Цирулея. Дал вот такую вот семиальбовую форму Хардианы. Так, здесь у нас дуриган Нептун. Уже доцветает, не такой яркий. Не хочешь. Здесь дуриган и рис буквально распустился только вчера, но уже показываю. Очень-очень яркий цветок имеет. Из всех дуриганов самый такой более темный. Цветет тоже красивый гибрид. Вот такая вот. Красавица со сплэшиками. Это Пина Куруда на Гутату. Я бирочку сделаю, потому что вот такая вот красота. На заднем плане цветет Анцидиум. Анцидиум красивый. Но почему-то не хочет фокусировать. Попробую на руку. Вот такой вот анцидиум. Здесь цветет дендробиум, только распускается. Тоже жемчужина. Это кинестиана. Это Девиана на Плюдемониана. Вот такая вот красивейшая дама. С шикарной губой. Выдала она мне 4 бутона на цветоносе. Вот такая вот красавица. Ну и на заднем плане это гибрид, цветет у меня каждый год. Это Вайнане Леопард на Катлею Гутату. Очень большое крупное растение, вот 100 туберов, 70 сантиметров, с цветением, наверное, весь метр. Но опять у меня, по-моему, кто-то заполз и ест цветы. На цветочке сидит, а вот в лапке кто-то там уже кушает кузнечик. Вот такие вот нехорошие они. Ну, вот такой вот обзор по цветению. Красавец Катлей. Всем хорошего настроения. Пока-пока.